Лесной пожар – это страшное бедствие для всех его обитателей, но сухопутная черепаха-гофер решает эту проблему уходом глубоко под землю. Поразительно, что ее просторное убежище становится своеобразным ковчегом для животных, которые терпят бедствие. Гремучая змея, не раздумывая, прячется в ее норе. Даже мышка ищет спасения в прохладном укрытии. Конечно, есть шанс встретить там змею, но времени на размышления нет. Компанию черепахи также составит и лягушка. Это подобно сказке про теремок, но происходит в реальной жизни. Жук сюда тоже часто заглядывает и выполняет работу по клинингу. Более 350 видов животных находят спасение от огня в черепашьих норах, которые простираются на глубину до 3 метров и длину до 12 метров. В критической ситуации даже самый медленный может стать героем.